Всем привет! Вот Михаил Попков получил у нас отличнейший результат по нашим каплям. И хотелось бы у самого Михаила спросить, как он получил, что он чувствует. Михаил, расскажите, пожалуйста, какой результат вы получили? Ну, значит, результат еще окончательный, я не могу сказать об нем, о окончательном результате, но результаты воздействия этих капель, конечно, есть. Первое, когда у нас она посылочка пришла с этими каплями, первый же день ты мне закапал, значит, в глаза, и через час я уже видел получше, особенно нашу рекламу, если вы посмотрели в окно. Вот. Но когда ты уехал, то я уже увидел тот текст, который мне предлагал ты прочитать, который я еще не видел. Вот это, конечно, для меня был результат потрясающий. Почему? Потому что я его не мог прочитать, сейчас я стал читать. Я читаю не только этот текст, я уже читаю все остальные, которые на улице есть. Вот. То есть улучшение значительное с первого закапывания. Далее, если вы посмотрите, за мной есть календарь, я этот календарь смотрел только через мои очки. 2+2.5. И значит, сейчас я без очков уже вижу. И то я могу сейчас даже вот. Вы мне покажете пальцем какое-то число, я вам скажу, потому что я уже вижу без очков. Единственное, что есть небольшая расплывчатость такая, которая, по всей видимости, уйдет после применения этих капель где-то, наверное, месяца за 2-3, я думаю, что сработает. Потому что я уже месяц применяю на сегодняшний день. И вот это я вижу по вот этому календарю моему, значит, результаты. И вот когда я увижу окончательно так же, как я видел в очках, то мы также вот сейчас сидим, заснимем. И окончательно, как говорится, вы увидите и узнаете, что капли работают, по крайней мере, на мне. Ну вот, я хотел сказать это. Если будут вопросы, пожалуйста. Михаил, еще такой вопрос. Расскажи вот по поводу того, как ты стал видеть цены в магазине. Раньше их не видел, да, нужно было там очки одевать и так далее. Вот, а сейчас уже видишь цены, и какой вообще эффект от этого? Ну, здесь можно с улыбкой, это как раз с учетом нашей, значит, рецессии, или как ее, нашего кризиса в России, значит, цены стали расти в магазинах, мы это все знаем. И когда я ходил в очках, и мне было лень доставать их, я просто их не доставал и не видел, какая цена. Сейчас я иду в магазинах, ценники вижу, конечно, как бы вот сами понимаете, какая реакция моя. Цены растут на все, а я в магазины редко хожу. Значит, а сейчас, когда я вижу такие цены, 1,5-2 раза увеличились по сравнению с полгода назад, например. Ну, сами понимаете, какая моя реакция. Да, то есть как бы и положительный момент получается, и немножко не очень, да? А еще Михаил хотел, чтобы полностью представился и назвал свой возраст. Ну, значит, меня зовут Михаил Михайлович Попков, моя фамилия. Мой возраст 62 года, полных лет, то есть 63. Ну, вот так вот, на пенсии. Да, спасибо большое, Михаил Михайлович, за такой отличнейший отзыв. На самом деле, продукция наша работает великолепно. Вот, и, соответственно, применяйте нашу продукцию, будете получать результаты даже лучше. Спасибо. Спасибо. До свидания.